Хей, всем привет, ребята! И с вами я, Юны. И сегодня я буду Доги. Мне говорите, Боря, скотяр. Ваф-ваф-ваф, пусти домой, брат. Ваф-ваф-ваф, пусти домой. Иди гуляй. Ладно, Боря. Ля-ля-ля-ня-ня-ня. Это я устал. Стоп, а где я? Как ты забрался на базу? Я заблудился. Ой, не боюсь. Ладно, не буду уж так паниковать. Могут быть мутанты тут в эту... Дайте-ка сбрасывать. Да, ну-ка попьете. Я пописываю, слава богу. Сейчас, наверное, они там есть, я на всякий случай возьму оружие. Не, господи, о! А? Это кто? Это кто такой? Паук. Бежи в атаку забору! Делает. Эй, ты, ну, блядь, загнал, ребята. Дорога здесь не поможет. Надо брать вот это. Я его испепелил, не поможет. Наверное, тут еще мутанты. Надо поискать их и убить их. Здесь ищу хозяйку и Борю. Уи! Ребят, я начинаю слышать их. Бизин, надо атаковать их. Вот он! Я его испепелить. Еще кто-то? А? О, ничего, это арахнид! Господи, это же арахнид! Хозяй, покушай меня, давай, я буду хорошим песиком. Покушай только дай. Хозяйка, 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 пусти меня, пожалуйста. Ладно, я отправлюсь на поиски. Всех. Ну-ка, мясенька, туда. Я что-то учуял. Я что-то учуял, ребята. Бизим, ой. Бизим, бизим. Бизим. О, господи, о, господи, о, господи. Это вот тут сейчас постоянно тут тусуется. Здравствуйте. Ваф-ваф. Ваф. Пёсик, иди отсюда. Иди, иди, я на улице. А вы не видели ваф? Your name. Ваф, 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 ваф. Пёсик, проваливай. Я выгоняю тебя, то она плохая, убить её. Может, её испепелить? Нет, мне потом Боря прибьёт. Барсик, точно, мне нужен Барсик. Барсик меня всегда утешит. Барсик. А ну-ка, Барсик. Мой Барсик. Дузисе. Пошли искать Your Name. Стоп. Барсик. Обратно. А не туда. Тут кто-то написал. Это по-любому Your Name. Я слышу какие-то звуки.
Может, тут отвлечемся ненадолго, пока нас тут никто не увидел? Это, наверное, юрный. Дама. Тихо, я еще что-то слышу. Давай. Так, надо врываться. Ой. Ой-ой, тут у вас тут это, ну, короче, все понятно с вами, 18+, вы тут делаете. Я все с вами понял. Еще раз. Вы все тут, господи, 18+, фу. Надо поставить дискай 18+, все. Ну, где же Боря? Пасик. У тебя хороший нюх, я Боря, куси. Где с Боря? Боря! Твои глаза такие чистые. И глаза такие чистые, как небо. Назад нельзя. Такая сила притяжения. Твои глаза. Как у пасека. Hours later. Может, он туда как по бухалке зазвал или квасе? Давайте посмотрим. Никого. Да, твои глаза такие чистые. Хотя бы на радость обосу фонтан. Чтоб темно было. Барсик писей. Охрененный водопад. Самый большой. Канадская подкова. Молодец, Барсик. Обоссал весь фонтан. Ой. Крутимся вместе с Мурзиком и продолжаем просмотр. Сын, а стоп, где-то я что-то видел. Надо текнуть. Стоп, Барсик, навидись. Мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Нюхай. Нюхай, Барсик. Где Боря? Признавайся, признавайся, любым Барсиком тебя разнесем, чучело ты ходячее. Я тебя на куски порублю, леща лиску позову. Че ты тут возле министерства держишь, видишь? Барсик умеет стрелять, че ты меня толкаешь? Ща раню в плечо, видишь, как я стреляю? Барсик тебя пробьет на изи-бизи, эмбит-сквизи. Ебой, мафака, ну признавайся, Барсик, я сейчас не по-детски буду говорить. А он говорит, где баба Боря. Не надо, пожалуйста, меня бить. Я простой гражданин. Какой ты, блин, гражданин, получил хару. Я простой гражданин, я Борю даже не знаю. Врёшь! Я тебе сейчас на куски порву, куда убегаешь?
ты. Я не надо, пожалуйста, пожалуйста. Долго не выпускай своего бешеного кота. Смотри, не дождись, я тут все. Я Боря. Я твой дом нафиг ограблю. Разнесу министерство, все разнесу, паси. Я тебя разнесу, где Боря? Где Боря, знаю, где Боря, знаю, где Боря, только не видишь. Где Боря? Ладно, ладно, не трогай, не трогай. Правильно делаешь. Где он? В этой тюрьме. Молодец. Сдохни, мразь. Боря, кусь-кусь, ням-ням, он вкусный, не бойся. Да, нет! Ням-ням! Разнесём тут всё путём! Запомним по отечеству, ням-ням! Не бой! Ням-ням! Боря! Это только спокойствие. Ты чё тут за гон такой летает? Волочек, Бася, потом мы его поймаем, а это пьём. Так, взламываем. Чё закрыто? У меня не проблема. Понятно? Тут какой-то секретный тоннель. Басик, мне страшно. Гав-гав. Мяу-мяу. Мы должны пробраться незаметно, как китайцы. Ах да, если мы запалимся. Перелази, пойдем. Пойдем на ту сторону, пошли. Пошли. Пойдем. Пойдем. Давай, давай, давай. Давай, иди, я за тобой. Смотри, не упади только. Это будет фиаско. Это фиаско, братан. Будет фиаско, братан. Тихо. Короче, пофиг за Борю и двор, стреляем в упор. Разнеси, что все, Барси. Боря! Ва, Боря! Ням-ням-ням. Молодец, Боря, пошли отсюда. Мы к Барсику. Пошли. 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 Быстрее. Боря, уйди. Быстрее, тогда контору закрывается. Контора. Адвокат! Пошли, Боря. Пошли, пошли быстрее, я разрушу все, я отдаю. Чёрный огонь, огонь. О, Боря, Боря. Пошли домой. Пошли, Барс. Пошли, Бобик. Точнее, пошли, Шарик. Будем лимонад из Барсика делать. Точнее, его с его мочи. Вообще кайф. Меня обоссали, кстати, фонтан. Боря. Ах да, ребята, ну на сегодня, наверное, это все от Бобика. Точнее, от Шарика, блин, задолбал этот Бобик у меня в голове застрял. Точнее, от Шарика. Если вам понравилась эта серия, поставьте лайк с нами Бори. Подпишитесь на канал, а сейчас всем удачи, всем бай-бай. Следующее приключение будет уже интереснее. Hey, yo, всем привет, ребята, с вами я, Юркнейм, и как же вам видосик, ребята? Надеюсь, то, что вам понравился, поставьте лайкосик и все такое ля-ля-ля, и в том же духе я, может, засниму что-нибудь такое интересненькое. Ну,
пока что на сегодня это все, да, я вернулся, но... Ну, я не буду, конечно... попрошу, конечно, извините меня, то, что я ушел так резко, но не буду перед вами отчитываться, потому что я такой же человек, как и вы, и могу тоже отдохнуть, потому что... мне как некоторые просто ютуберы просто умоляют своих подписчиков. Вот так просто плачут на камеру, там типа, ой, извините, я ушел там на сколько-то. Антон Ивангай попросит там прощения у своих подписчиков, потому что он уже свалил на полгода. Ну, на сегодня это все. Всем удачи и сейчас будет Music Play! Правда, покорила меня, сука, твоя правда. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Посмотри, ведь это рядом наша панда. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Покорила меня, сука, твоя правда. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Посмотри, ведь это рядом наша панда. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Твоя правда.